часто бывает так, что человек работает, зарабатывает деньги, раз в год ездит отдыхать, и как-то все идет как по накатанной. И кажется, что так и надо, и жизнь проходит, потом наступает, приходит пенсия. Эх, пенсия по старости, она у нас так называется, и период дожития. Почему мы ведемся на такие вещи? Ну, потому что нам внушают с детства. Надо хорошо учиться, чтобы закончить школу, чтобы поступить в вуз, чтобы найти хорошую работу. Это сценарий, который для нас приготовили и по которому мы живем. Я Шибанова Ирина, я 15 лет занимаюсь бизнесом, который помогает жить по-другому, путешествовать несколько раз в году, быть здоровым, быть осознанным, зарабатывать деньги для жизни, для счастья. И мы можем сломать этот сценарий. Если вам тема эта близка, поставьте лайк. И я вам расскажу немножко о бизнесе, которым занимаюсь 15 лет и в который приглашаю и вас тоже. Я сотрудничаю с компанией NSP, которая производит продукт для здоровья. В ассортименте есть все, чтобы поддержать здоровье, чтобы сохранить здоровье, чтобы приумножить здоровье. В ассортименте продукты для детей, для взрослых, для женщин, для мужчин. Продукт, который сегодня необходим каждому. Мы уже понимаем, что ответственность за здоровье на нас самих. Это биологически активные добавки, это хорошая косметика, это средства по уходу, это концентрат моющий, который заменит у вас всю бытовую химию. То есть то, что мы и так покупаем. И смысл идеи этого бизнеса такова, что мы оформляем себе дисконтную карту, пользуемся продуктом, который нам нравится, и, соответственно, как нормальные люди, начинаем им делиться. Опять же, при условии, если нам он нравится. С чего можно начать? Как я уже сказала, с дисконтной карты. Это выглядит так. Я вам присылаю реферальную ссылочку, вы регистрируетесь, у вас есть возможность зайти на сайт по доставке продукты дистрибьюторам. Вы смотрите, знакомитесь с ассортиментом, смотрите, надо вам это или не надо. Если нужно, вы делаете заказ, пробуете продукт. И если вам он понравится, то мы с вами разрабатываем стратегию бизнеса. Сложного ничего нет, все автоматизировано. Это система реферальных ссылок, то есть вам достаточно дать своему другу или знакомому такую же ссылку, которую получите вы от меня. Дальше вы присоединяетесь к обучению, которое мы проводим, и по продукту, и по здоровью в целом, по нутрициологии и по бизнесу. Никаких обязательств у вас нет, вы можете передумать, вам может, если что-то не понравится, вложений финансовых не требуется для этого дела. Ну, скажу сразу, в NSP чаще всего люди приходят для того, чтобы пользоваться продуктом, а уже вот в бизнес приходят либо люди, которые попробовали уже сетевой маркетинг, увидят преимущества NSP перед другими компаниями, либо ищут хороший продукт. Это самый хороший, логичный способ, постепенность, потому что если вам обещают в сетевом маркетинге деньги сразу, большие деньги тем более, то я считаю, что здесь надо быть очень осторожным. Но представьте, как можно построить сеть быстро. В среднем человек созревает где-то около полугода. Ну, в среднем. Просто кто-то через месяц уже готов к бизнесу, кто-то через полгода, кто-то и через 5 лет только созреет. Важно быть собой, важно оставаться собой в этом бизнесе, потому что сетевой маркетинг, он прекрасен, если его правильно понимать, и он ужасный, если мотивировать, если уговаривать, убеждать, если доказывать. Может быть, у вас есть опыт, может быть, неудачный опыт, может быть, вы любите сетевое, но ищете компанию хорошую. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом или напишите в комментариях, хочу узнать поподробнее. Я вам вышлю ссылку, вы познакомитесь с продуктом, вы познакомитесь с маркетинг-планом и, возможно, захотите присоединиться.
или будете знать еще один вариант. Кстати, сетевой маркетинг очень хорошо подходит любому человеку. Это можно рассматривать как небольшой доход для студентов, для пенсионеров. Это можно рассматривать дополнительный доход даже предпринимателям, потому что предпринимателям он очень нужен, энергия, здоровье. И в Эндоспине есть продукты, которые направлены на это. Антистресс, здоровье круглый год. То есть вы будете пользоваться хорошим продуктом, и при этом постепенно у вас будет еще один дополнительный ручеек с доходом. Мне кажется, что предприниматель понимает важность множественных доходов. И очень хорошо подходит этот бизнес для людей, которые хотят бизнес, но у них нет, например, средств для того, чтобы открыть свое дело. А здесь вложения не нужны, как я сказала, вы будете складывать только свое время. И, конечно, получается у людей, которые готовы обучаться новому, которые щедрые и готовы делиться информацией с другими людьми. Итак, здесь можно иметь маленький доход, можно иметь большой бизнес. Все зависит от того, как человек видит, как он поймет это дело. Я же буду очень рада видеть вас в нашей дружной большой команде и с удовольствием возьму функцию наставника. Приходите, разбирайтесь, я думаю, вы не пожалеете. Шикарное место, где я записываю это видео, это Катунь, Горный Алтай. Каждый год летом мы сюда приезжаем с партнерами, которые уже стали друзьями.